Наташ! Наташенька! Наташ! Встав! Наташа! Вставай, солнышко! Алло! Вставай! Наташа, вставай! Ну так поцелуй ее! Зачем? Ты что, Белоснежку и Семь гномов не смотрел? Смотрел, но... Тебе будет приятно, если ты проснешься от того, что я поцеловал тебя? Если бы я спал и ты... Нет, мне бы точно не было приятно, Херейд. Но я же не твоя девушка, она твоя девушка. Так раз... Справедливо мы... Так... Разбуди ее. Ну ты отвернись! Да, господи... Вы тоже отвернитесь, или только я один должен отворачиваться в ту сторону? Погоди. Господи, он сказки не смотрит. Деликатный вопрос. Погоди. Муа! Не работает чёт! Муа! Я обязательно было целовать, пока я сплю. А я говорил! Вы могли просто подойти, крикнуть мне в ухо: «Натаха, проснись!» И все, я бы проснулась. Целовать-то меня зачем? Облизывать меня? Давай сделай вид, будто я не орал ей в ухо, чтобы она проснулась. С возвращением, Натах! Да, конечно. Когда во мне был демон, было поинтереснее. Может, я это... Ну, по второму кругу... Отошла туда, отошла! Вообще, куда-то было портал сломать, чтобы его здесь не было. Зато теперь у нас нет ни ангела, ни демона. Никто не летает, не убивает, и никто не летает, не воскрешает. Дед, всю соль и весь сахар, который у тебя есть, можно выбросить. Больше он нам не пригодится. Может, я портал пока там засыплю? Да-да, засыпай портал. А мы потопали в ту сторону, Натах. А очко твое где? Я что, его так тебе и не вернула? Ну, как видишь, нет. Без очка сегодня буду. Ну, самое главное, чтоб Хрейд не ревновал. Да, это 3 минуты назад он тебя целовал, а тут так случайно получилось то, что Хрейд кракозябра маленькая, а я с Натахой сегодня любовники. Давненько я этой ролью не был, но самое главное, что эта роль выпала не мне с Армеш, а я хотя бы с кем-то другим, потому что меня так уже заколебало то, что подписчики везде и то это вот шиперство пихают, что кошмар. Ты, конечно, не ад, но из-за тебя мне тоже жарко. Выполняй задание, а? Впервые за все это время мы можем нормально поиграть в Among Us, нормально выполнить все задание, нормально не торопиться. Ты глупый, что ли? Я же выполнил это задание. Че за дичь нафиг? А, вот. Этот раз все сработало. Самое главное это смотреть под ноги, а то можно случайно бежать и задавить, раздавить мелкого пупса Херейда, который здесь в кустах этих демонических бегает. Опа, задание. Задание здесь тоже. Задание, которое тоже... Опа. Да. Что за дичь нафиг? Я зашел и вышел из задания, и задание само выполнилось. Что за дичь? Ой, как тебе сложно живется, бишка гигантом. Так, задание вот. Почему мне каждый раз одно и то же задание попадается вот с этим вот, с Редстоуном? Так, в камерах ничего полезного нет. Никакой криминал не происходит даже. Как-то... Как-то даже скучно немного. Не успел сказать то, что скучно, уже кого-то запердохали. Впервые за 100 тысяч лет мы с вами снова собрались, мои дорогие господа. И сейчас мы будем с вами обсуждать ужасное происшествие. Я обнаружил невинное тело, которое находилось рядом с комнатой под названием коммуникации. В той комнате я увидел многоуважаемого... Ближе к делу, пожалуйста! ...и гречку. Я подозреваю, что это один из них. Что вы скажете, господа? Ну, вообще-то я хотел этот труп зарепортить, но Костя меня опередил, потому что он, знаешь, как я полагаю. А где Херейд? Не знаю. Он мелкий пупс, он мелкий пупс, смотрите под ноги, вдруг мы его просто не заметили. Бишка, ты случайно его не раздавил, посмотри под ногами. Да дед вроде, не раздавил. Он где-то прячется. Нет, мне кажется, его просто кокнули и все, и он на том свете прячется. Херейд, тебя кокнули!
Ага. Тебе как труп как ответит? Очевидно, он не ответил, значит, его кокнули. Маленького-то за что? Такой хорошенький бегал, маленький такой тю-тю-тю, а вы его убили. Я предлагаю пропускать. Реально, кокнулся хрейт и кокнулась сосиска. Уже два трупа, но у меня нет ни на кого никаких подозрений. Кость, я бы в первом раунде не видел. Вдруг он вообще ликвидатор, и у него цель ликвидировать гречку. Поэтому просто давайте наблюдать за гречкой. Вот именно. А почему со мной? За Костей же? И за тобой, и за гречкой тоже. Ребята, я не хочу вас мучить. Чисто сердечно признаюсь. Это все я. Ой, иди на я этот Армеша самозванец. Он замолчит, замолчит вообще там, завались вот это вот. Защита и медотсек. Не подыхну, флеш. Нафиг, надо за мной ходить и выполнять свои задания. Если что-то с тобой случится, я за тобой приду. И так же наоборот. Ядрен батон. Так, здесь написано то, что здесь, опа, раз задание. И здесь, опа, два задания. Ну, получается, здесь выполню и побегу в админ, в реактор, в навигацию и во все. Да, нафиг ты был? Да выпалось это уже так! Так... Так тебя кокну! What the fuck? А, ты же этот... What the fuck? Я вправду в ловушке, вытащи меня... Да нафиг, слишком много всего происходит, я не понимаю! Слишком много всего только что произошло за считанные секунды! Так, а какой нафиг в сторону? Так, не, нет, это не Херейт, это кто-то другой, там огромный побежал, вот. Где? Так тебя в первую очередь должны были кокнуть в первом раунде, потому что тебя не было на голосовании. А, куда нафиг я попал? Тебя не было на голосовании. А во вторую очередь ты... Какого лешего? Откуда ты нафиг ракету взял? И куда ты ее тащишь? Что самое главное? Ловушка. Аккуратно! Иди нафиг вперед! Не наступай на этот капкан! Я не понимаю! Где эта крокозябра мелкая, я не понимаю! Это ты мне говоришь? Ты мелкий! Да, мне 14. Я не про тебя спрашиваю, я про Херейда спрашиваю. Где Херейд? Вот его кокнули в первом раунде, он во втором раунде через всю карту! Ракету тащил. А нафига ему ракета? Так это я у тебя спрашиваю, ты 100% знаешь, что он вот это задумал? Я знаю, я-то тут при чем? Я ничего не знаю. И ты тоже, да? Я учусь свистеть. Делаешь вид то, что не знаешь, что сегодня происходит, да? А Натаха где? Она жива была. Видимо, уже нет. Давайте пропустим лучше. Она же мне писала то, что там в ловушке застряла. Как бьет теперь из ловушки оттуда вот это вызволить. Короче, пропускайте, а вот это деда в трусах убили. Армеша самозванец. Костя фиг... Костя флэш! Только он может быть не обычным флэшем, а флэшем какой-то ролью. Я с Натахой любовники, получается у нас Херейд. Космонавт нафиг с ракетой где-то опять потерялся. Бишка, который гигант, который может быть каким-то предателем. Микс Данил, гречка, то есть в целом... Да-да-да-да-да-да-да, связь отключили, связь восстановили. В целом не так много народу осталось. Так, в первую очередь надо найти как можно быстрее... Нет, я пока не буду ничего выполнять. Надо найти как можно быстрее хотя бы один капкан, наступить в него и помочь Атахе выбраться. Потому что бедолага застряла вот это. Застряла в каком... Пока! Так, потому что фиг не узнает, это бы меня сейчас за вот это завалило бы! О, и ты тут! А, так вот где ты застряла! Да, я тебе пишу, вызвали меня из ловушки, вызвали меня из ловушки, тебе все равно! Эп.
Как давно здесь ракета? Как давно здесь ракета появилась? Я не знаю, мне все равно. Я пытаюсь отсюда выбраться уже не знаю сколько времени. Так, ладно. С этим мы... Офигенно! Да, давай, спасибо огромное! Еще давайте нам выключить свет, чтобы я с паркуром еще 10 тысяч лет вот это вот тут разбил. Раз, на так, нафиг вот это вместе со мной его... Смотрите! Ты со смертью так не шути, моя хорошая. Ну что ты делаешь? Ты моя вторая половинка. Вот так вот и... А ты ничего странного не заметила? Где? Когда с блоком барьера в руке близко подходишь вот к тому металлическому столбику, там что-то начинает появляться. Аккуратно, вот где-то, вот как будто бы, вот, нет, да нафиг ты... Ой! Ой! Я, кажется, не в те двери зашел. Ой, ой, ракета тут куда-то... Как отсюда выйти? А, паркур... Да, господа, так, я понял. Я вам не мешаю, паркурьте, паркурьте. Ой, так, я встану. А ты сюда, случайно, ничего не хочешь поместить, Экзанил? Да-да, отойди, пожалуйста, в сторонку. Ага, все. Так, а как тут выйти отсюда по-быстренькому, можете подсказать, а? А теперь ты мне случайно ничего рассказать не хочешь, ты? Да. Давай, я сегодня в спортзале был. Это вот, ты молодец! Слушай, пофиг, где ты сегодня был, Экзанил! Почему здесь находятся две ракеты? Почему здесь две площадки? Почему здесь? Вот, Атаха, прыгни вот сюда, прыгни мне на голову. Вот сюда, прыгни, давай. С разгона прыгай. Да, о! А теперь сюда, прыгай. Вот сюда. Нет, ты глупая глупышка, да ты напрыгай. Тут все это время были какие-то потайные блоки, через которые можно было пропрыгать этот паркур! Стой! Ты нафиг кошмар! Ракеты! 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 Тут почему? Экзанил, ты слушай, ты... Вали оттуда и не голосуй за гречку! Она 100% предатель! Не нажимай на вот это вот все, потому что это кошмар! Прощай! Кто строил этот... Кто строил этот паркур, я тебя... Five hours later. Опа, раз, опа, два, опа, три, и выбрались. Так, надо как можно скорее больше ловушки не попадаться, поэтому смотрим по ноги, кто? На-на-на-на-на-на-на-на. Ты самозанец, за меня дурака не держи, а ты... What the fuck? Так, может быть, Херейт-инженер? А может быть, Херейт всю серию какие-то подозрительные действия делает и бегает за ракетами? То же самое, как и Экзанил. Ну фигани меня, пожалуйста. Ну просто фигани меня, да. Она в руке что-то держит. Ну это же так, мне кажется, уже... Это же... Предатель запрещено говорить. Алло! Кто нажал? Я! Гречка! Как давно я не видел эту роль! Как я не видел эту роль? То, что предатель блокировщик, который может блокировать... Тихо! Да замолчите, нафиг! Который может... Пип-пип-пип... Чё? Пип-пип... Ты чё делаешь? Пип-пип... Погодите, я сигнал ловлю. Так, я понял, не мешай, давай! Не-не-не-не-не-не-не! Погоди, я сигнал ловлю! Да на меня посмотрите, на меня посмотрите! На меня посмотрите! Два! Ты! На меня в ту сторону, она меня забутила! Это... Чё ты? Это... Это гречка, это гречка! Почему вы молчите? Почему вы не можете говорить? Угадай с двух раз, Болтус! На меня, господи! Ох, Майнкрафта, пожалуйста! Чего за меня? Посмотрите на меня! На меня! Чёрт, ты руками махаешь? Я не могу! Язык проглотил! Да, да, да! Язык проглотил? Да! А нафига? Он же тебе понадобится в жизни! Глупый блокирует! Предатель гречка! Да, да, да! Что за гречку? Да, гречку! Как? Вы чё? Зачем, что ли?
в ЗАГС. Кто второй? Не Херейт, не Армен, не Натаха. Остается Бишка и остается Икзанил. А, ну и Кой, но Костя Флэш. Почему ты такой глупый, я не понимаю. Ты почему такой глупый? Нет, нет! Я хотел кокнуть тебя! Одного человека осталось кокнуть! Да выпендривался нафиг! Ты почему он такой глупый у вас, я не понимаю? Ловлю сигнал. Если что, это не я был! Это ловлю не я был, сигнал! Красный. Ловлю сигнал! Я тоже ловлю сигнал! Данил, ты дурак! Дурак! Так с полицией, это, конечно, да, все, я пошел. Я не специально, я не с полицией, я показаться хотел. За Икзанила. Какой я крутой. Кому ты лапшу на уши вешаешь? Мы знаем, что Армеша самозванец, а ты у нас предатель. Это я, ты предатель. Да, он прямо на глазах у меня и у этого превратился в это. Неправда. Я просто предатель. Тикайте, пожалуйста, я умоляю вас. Я очень не хочу. Голосуйте за Данила, что вы ждете? Я не понимаю, что здесь происходит. Да, Данила, у меня какие-то палки на головах. Да, и за Данила. Ой, да. Данил, ты на. Проголосуйте за Данила. Да ну нафиг. Тебе никогда в жизни больше не надо давать оборотня. Ты нафиг за него не умеешь, никогда, никогда за него не умеешь играть. Вот и умею. Я весь раунд так хорошо играл. Я прятался. И даже никто даже не понял. Выйдите, а потом... пожалуйста, выйдите я... вот это. Выйдите, пожалуйста, на улицу. Выйдите. Погоди, я застрял. Пролезть не могу. Да наклонись, да. У меня столько вопросов. Почему вы от пришельцев сигнал из космоса ловите этими антеннами 5G? И почему у нас... Костя, подойди сюда, мой хороший. Почему у нас в комнате паркура две ракеты? Сигнал идет, сигнал идет! Сигнал идет, сигнал! Экзанил, ты готов? Да, давай! Давай! Так, сигнал хорошо идет! Дед, выброси сахар! Выброси сахар! Нам срочно, Натах, надо второй раунд начинать. Ты все. Второй раунд. Марте везет, Гречка. Второй раунд подряд ты предатель. Ракета, вижу ракету. Раз. Это почему я на замедляющие блоки вот это наступаю? Видела ракету раз и видела ракету два. А ты куда ее волочишь? У меня такой хороший вопрос. Только не говори то, что ты ловушечник, и ты прям сейчас сам себе поставь. Еще одна ракета, я видел еще одну ракету, как он ее потащил. Что нафиг происходит, я не понимаю. Почему так много человек сегодня ходит с ракетами, наступает специально на ловушки и прячет эти ракеты в комнаты с парку? Ну ты вообще играть не умеешь, честно. Ты просто людей кокаешь посередине комнаты и потом, господи, Гречка, я бы сейчас за тебя еще бы один раз проголосовал. Только сейчас отсюда выйдет человек и... А, нет, не выйдет. Я думал, здесь просто кто-то есть. В дырочки не падаем, проходим вот так вот. Гутен морген! Простите. Выполняем задание, если что. Почему не вмешиваем? Потому что у них особая роль. Это ты сейчас была? Ты все эти 170 серий Амонга была жива? А ее можно кухнуть? Грохнуть? Нет? Ну ладно. Выключим тогда. Я же могу превратиться в Икзанила. Где Икзанил, я не вижу. Я же могу превратиться в Икзанила, притвориться то, что Икзанил же соучастник с Херейтом 100%. Он же вот эти ракеты таскает ему в комнату. Ладно, превращаемся обратно. И в целом, можно какой-то план-капкан провернуть.
Только надо как-то вот это... Гречку нафиг оправдать, потому что это ненормально, они понимают, как... Труп нашел возле сральника, там никого не было. Ага. Но тут, знаешь ли, тоже никого нет. А чё происходит? А где все? В смысле? В смысле? А где все? Какого лет? Подожди. А где люди? У меня такой же вопрос, Эд, что случилось? В чате написано, сдохла только Натаха. Я ее зарепортил. Все остальные люди в чате. Я могу за всех проголосовать, а? Я тоже, но тут никого нет. Что ты сделал? Ты опять твои махинации какие-то? Гречка, ты глупая, мы с тобой предатели. Какие нафиг махинации, мы с тобой в одной команде. Ну, тоже верно. А что делать? Пропускай. У меня есть, конечно, одно предположение, где они все могут быть. Что другого ряда как бы нет, я никого не кокал в первом раунде. Да я тоже никого не убивала. В смысле? А труп, который валялся в коридоре? Я не знаю. Как человек сам себя кокнул нафиг, если вот это... За мной. За мной, быстро ищи капканы на земле! Они 100% все в одной комнате прямо сейчас находятся! В одной комнате! Я знаю, где они! Только что за план они придумали с этими ракетами? Капканы ищи! Что за план они придумали? И почему они два раунда подряд носят ракеты вот в это вот в комнату с паркуром? Сразу надо было понять, потому что у Кости был какой-то план! Здесь тоже нет... Гречка меня не слышит. Ладно. Другого варианта у меня нет. Давайте по ракетам запрыгиваем, пока нас не спалили по-быстрому. Сахар, я не забыл, это самое главное. Не переживай, там будет сахар, давайте. На красную кнопочку нажимаем и летим. Готовы, мужики, полетели. Готовьтесь, давайте. Мужики, будет трясти. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
Так, на пробел, на пробел, на пробел, нажимай на пробел и полетели! Полетели! Да подожди меня, я тут... Вот, всё! Гречка, тебе не кажется это немножко странным, мне? Или мы куда... Ну ладно. Раз здесь все это время были ракеты, и раз они последние две серии что-то здесь готовили в этой комнате с Костей, ну, наверное, значит, так надо.